Let's get ready to rumble! Экс-чемпион мира в нескольких весовых категориях американец Бернард Хопкинс высказал свое мнение о грядущем поединке Геннадия Головкина и Ванессы Мартиросян. Головкин и Мартиросян сразятся 5 мая в Калифорнии на арене StubHub Center. Трипл G, кажется, проводит 20-ю защиту, кто его соперник? Ванесс Мартиросян, когда-то давно он был моим спарринг-партнером, он мне помогал, конечно, сейчас это совсем другой уровень по сравнению с тем, когда я задействовал его в своей подготовке. Я думаю, Головкин победит в пределах 6-7 раундов. Если бой вообще столько продлится, сказал Бихоп в беседе с Reliance Media.